Октябрь начнется с ярких событий. Мероприятия даже найдутся в будние дни. С вами афиша от блокнота «Волжский». В среду, 2 октября в 18:30, состоится концерт народного оркестра «Русский стиль» в ДК ВГС. Приходите все! В кино 3 октября состоится премьера самого неожиданного победителя Венецианского кинофестиваля «Джокер». Фанаты вселенной Бэтмена, а точнее его противника, останутся под впечатлением. Ты хотел попросить, да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Для всей семьи подойдет отечественная трагикомедия о том, как брутальный рок-н-ролльщик помог молодому человеку с особенностями исполнить свою мечту. Жизнеутверждающая картина «Волшебник». В воскресенье 6 октября в 10 часов утра на стадионе имени Логинова состоится открытый чемпионат Волгоградской области по регби-7. Будут участвовать волгоградские команды, а также соседних областей. А какой ваш любимый супергерой? Пишите ответы в комментариях. До новых встреч!